Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем о кельчевателе для черенков. Я показываю вам его результат. В одном из прошлых видео я показывала, что мы используем для того, чтобы сделать этот кельчеватель. Ну и, как обещала, показываю, что выходит в финале. Вот здесь будет лучше видно. Специально освободила место, да, чтобы показать. Вот наша термопленка. Она уложена на вот такой полимерный материал, который продается в строительных магазинах. Донышко и бортик. И смотрите, изнутри оклеено фольгой, чтобы отражалось тепло. Бортик небольшой. Вариантов кельчевателей на самом деле в интернете может быть очень много. Но почему бортик небольшой с нашей точки зрения? Нам надо концентрировать тепло только внутри. Как только мы начинаем поднимать борт, особенно когда его делают, ну, вот таким сантиметров там 30, 40, 50, то фактически все черенки у нас в этом кельчевателе и скрываются. Напомню, что основной принцип данного устройства – это помочь в создании именно разницы температур на корне внизу черенка и на его верхушках, на почках. Чем выше мы делаем бортик, тем эта разница температур становится меньше. Также в некоторых случаях как бы для цели кельчевания используют теплые полы. Но это не совсем то, потому что площадь нагрева большая, греется воздух. Мы помним, теплый воздух поднимается вверх. И ну, разница температур минимальная, а нам надо ее создать именно максимальную. Более того, важный момент, который я вам повторяю просто из видео в видео, это влажность воздуха. Не просто так вот здесь стоят эти бутылочки, хотя эта конструкция у нас находится на балконе. На балконе достаточно влажно, плюс я периодически здесь вешаю, сушу белье. Соответственно, влажность вроде бы неплохая, но на всякий случай я подстраховываюсь, тем более, что там у нас нагревательный элемент, который тоже подсушивает все. И поэтому на всякий случай я ставлю баночки с водичкой для того, чтобы была влажность. Можно, конечно, ходить опрыскивать периодически. Ну, мне проще сделать вот таким образом, именно так подстраховаться. Если же мы этого не делаем, особенно если мы используем теплый пол, то велик риск пересушить почки. Будьте внимательны, чтобы избежать такой ошибки. И что касается температур, смотрите, что у нас. Терморегулятор показывает 25, но настроен на 26. Сейчас чуть колеблется, потому что я подливала водичку, соответственно, пошло остывание. И температура внешней среды. Вот, порядка 8 градусов. Ну, если мы положим рядом с череночком, да, все-таки теплый воздух поднимается вверх. Видите, да, где-то в районе 13-14. Дальше, смотрите, у меня все стоит в пакетиках. И вот приблизительно по центру, вот пакетик, проводок. Сюда идет щуп от терморегулятора. И таким образом мы регулируем температуру. Здесь тоже все было заполнено. Я немножко убрала, чтобы вам показать. Значит, желательно, чтобы у вас вот эта поверхность была максимально закрыта. Опять же, чтобы не было вот этих лишних потерь тепла и лишнего иссушения. То есть, если у вас, например, вы используете только половину кельчевателя, то подумайте, может, вторую половинку чем-то закрыть. Еще один очень важный момент. Вы можете сейчас подумать, слушайте, зачем вот эти трудности с этими пакетиками, если можно застелить пленочкой еще сверху, да, засыпать полностью все там опилками, либо кокосом, и сразу поставить все черенки, а не возиться с этими пакетиками. Первое. Мне так удобно. Потому что мне удобно их связывать в пучки, мне удобно их переставлять, мне удобно их проверять. То есть это мое удобство. Но есть еще одна причина. Заметьте, в пакетиках везде конденсат. То есть снизу у нас все нагревается, и влага переходит вверх. Если бы
вся эта система была открытой. С одной стороны, вот тот момент, когда у нас верх может пересыхать, почки, да, он был бы минимальный. Но при этом мне бы надо было гораздо чаще следить за влажностью, потому что испарение, площадь поверхности большая, да, испарение шло бы гораздо интенсивнее. И что бы вы ни сделали, либо насыпью, либо в пакетиках, обязательно проверяйте влажность. Что происходит? Причем не вот здесь, а вот здесь. Даже несмотря на пакетик, у вас может произойти такая ситуация. Смотрите, дно. Видите, оно сухое. И вот граница влажности, вот она приблизительно от корней до уголка пакетика идет. Вот, смотрите, вот четко видно, вот она, граница влажности. То есть вот такую ситуацию допускать нельзя на самом деле. Еще я вовремя заметила, но если бы оно простояло чуть дольше, было бы очень плохо. Даже несмотря на пакетик. То есть видите, сверху влажность, снизу может подсыхать. Несколько лет назад мы чуть не загубили целую партию черенков, которые мы покупали для себя, доставали с трудом, потому что мы воспользовались кичеватором, мы воспользовались советами других виноградарей. И все время, тогда мы использовали мох, мы все время увлажняли и думали, как у нас все хорошо. Но что оказалось, что мох сверху был мокрый, вот та же ситуация, которую вы видели в пакетике. А снизу сухой, и пяточки наших черенков просто погорели. Кое-что выходили, кое-что не выходили. Поэтому избегайте такой ошибки, не ленитесь, проверяйте. И теперь поговорим немножко о результате. Прошло 10 дней. Почечки, видите, кое-где набухают. И вот пакетик, где у нас стоит термощуп, видите, уже пошли корешки. Прошло 10 дней. Во многих других пакетиках можно прямо вот через пакетики увидеть корешки, не распаковывая. Вот еще этот пакетик уже вам показывала. Видите, какие там красавцы. И вот наглядно достали мы вот такую красоту. Смотрите, какая здесь копна корней, прямо у целого пучка. Ну, почечки еще спят. В принципе, то, что нам и надо, то, чего мы и добивались. Конечно, кильчевание – это вовсе не обязательный прием в укоренении черенков винограда. Если у вас всего лишь пару черенков, то, в принципе, можно обойтись. Но если у вас есть возможность создать вот эту самую разницу температур, то, конечно, таким образом вы сделаете процесс укоренения ваших виноградных черенков более эффективным. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч!